I dream there was a magic song. I played for the queen, need the golden throne. My heart flowed through my broken voice. Yeah. The queen did smile and she did cry. My fingers bled a thousand lives. A red tear river flowed out last between us. Your majesty's tears and the pauper's blood, an angel's breath and the devil's touch. Атлет из Харькова. Еще таких штуки ты меня надо поймать. О, тут хорошо как раз тут массируются ноги. Как там поймал? Она все равно в зачет не пойдет.
хоть в чем-то отыгрался. Вылагдово. Молодец. Молодец, красавец. Бомба. Здоровянка. Блядь, Джек Андрюху не видно. Это... Класс, ну ты боец, ты шо. Ну, я сам не знаю, как это у меня получилось, в общем. Добрый вечер. Мы начинаем нашу церемонию награждения после окончания четвертого турнира «Красноосковский окунь-2010». Вот и подошел к концу наш турнир, состоящий из трех туров. Вы все выдержали это испытание на жаре. На солнце. В итоге у нас поучаствовало в этом турнире 38 команд и всего в этом деле поучаствовало 114 человек. Хочу всем выразить огромную благодарность за то, что вы приезжаете, участвуете в турнире. Благодаря всем вам турнир процветает и будет расти в дальнейшем. Спасибо всем. До встречи в следующем году. До финиша. Без нулей набралось 58 человек. Было выловлено всего 3173 рыбы. Общим весом 91 килограмм 540 грамм. У них было 12 головлей, 1 жерель, 3145 окуней, 2 сама, 8 судаков и 5 щук. Пани мистер Фиш, производитель вот таких прекрасных подставок, утешительные призы. Очень полезные, говорят. Ромашка Аркадий, 43-й. Сердцов Максим, 41-й, Зайдет Михаил, 40-й, Житников Николай, 37-й, Гирич Павел, 36-й, Павлов Игорь, 35-й, Тяпко Виктор, 34-й, Катунин Дмитрий, 33-й, Письменский Сергей. Александру вручается приз от Харьковского магазина «Профиш». Бейсболка «Симс», правильные бычки и аттрактант. Спасибо. Бронзовым призером нашего турнира стал Митюрич Роман. МММ-кик-начал. Роман награждается памятным дипломом, медалью, футболкой, бейсболкой, головой. И также лодочным электромотором от завода лодной техники «Грифотов». Серебряный призер нашего турнира «Лунякин Олег». Команда «Луган». Рождается футболкой, памятной медалью, бейсболкой от Коли Черного, памятным дипломом и спиннингом от компании «Масканелла», а также воблером от магазина «Рыболов Спорт Харьков». И победителем нашего турнира стал Терещенко Константин. Награждается памятной медалью, бейсболкой, памятным дипломом, воблером от «Рыболов Спорт», а также кубком, как победитель данного соревнования. И главный приз нашего соревнования – рыбная лодка от компании «Спортбот». Дави сюда, постой. Я снял, пыли. Сумма мест МММ-95. Ребята молодцы. Они награждаются памятными словами, воблерами, да, от организаторов. Спасибо. Встаньте, попозируйте. Серебряные призеры нашего турнира команда «Хищник». Награждаются футболками, а также денежным призом от организаторов. 8 000 долларов. Соревнования в командном зачете. Стала команда «Бишесток Комьюа». Победителем нашего блица стал Матуев Андрей. Андрей награждается футболкой от организатора.